Ну что ж, дорогие друзья, всем доброго времени суток, у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую КС-очку и сегодня продолжаем играть на чудесном зомби-сервачке под названием Zombie Monster. Здесь вышло много новых глобальных обновлений, сегодня мы это все посмотрим, а перед началом ролика хотел бы вас попросить, кто, ребят, не подписан еще на канал, обязательно прямо сейчас подпишитесь, мне будет безумно приятно. Также, ребята, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видеороликов. И, в принципе, ребят, ставьте лайкосики, как только это видео наберется 333 лайка, сразу же выходит новая серия, то есть новый видосик, поэтому все зависит от вас, дерзайте, так сказать, ребят. 333 лайка набирается до вечера, значит вечерком видосик, набирается до завтра, значит завтра видосик, сразу же, ребят, выйдет, поэтому все, дерзайте, ребят. Но мы приступаем к обзорчику. Первым делом, ребят, мы посмотрим ножи. Ножи здесь заменили, короче, первые Thanatos Galaxy идет, вот такой вот ножичек, ребят, прикольненький. Дальше меч, мечи будущего, вот такие, ребят, офигительные катаны просто, блин, ребят, смотрится безумно круто. Далее, что у нас идет, сейчас мы приземлимся сюда, вот, все отлично. Дальше огненный демон идет, вот такой топор, Вархаммер золотой. Далее Galaxy 1, Galaxy 2 заморозка, вот такой, ребят. Далее Galaxy 3 пламя уже идет, вот такой вот, ребят, прикольненький нож. И, в принципе, вот этот вот четвертый Galaxy невидимость, он мне безумно понравился, ребят, прям очень круто смотрится. Напишите в комментариях, как он вам, мне лично очень-очень сильно он нравится. Так, давайте мы, короче, брони с вами закупим обязательно. И последний вам ножичек покажу, это Galaxy 5 дает антидот, вот такой, но он сильно яркий, я вот предпочту сегодня поиграть с вот этим вот. Он мне безумно понравился, и поэтому я думаю, поиграю сегодня с ним, друзья мои. Так, короче, сейчас мы перезарядочку сделаем, посмотрим в магазинчике, что нового добавили. Гранаты, сейчас давайте огненную, ой, М21, М22. Граната огненная выглядит вот так вот, в принципе, и граната заморозка вот так вот, друзья мои. Далее, что у нас идет, получается, без отдачи, бесконечно патроны, телепорт, джетпак с базукой, так вот. Джетпак вот такой прикольненький тоже. Далее у нас идет, что у нас, бесконечная энергия, маска от вируса, граната, щит. Так, давайте ее выбросим сюда, опа, вот так, и станем в нее прям, чтобы зомби сюда попасть не мог. Его, блин, видели, как оттолкнуло, ребят, это очень круто. Далее у нас идет, получается, посмотрим вообще, что за пушки новые добавились, возможно, что-то админ обновил, я лично не знаю, потому что давно на этот сервер, ребят, не заходил. Все у нас, короче, пропал хук, запрещен, кстати говоря, пишутся нам. Так, ух ты, ребят, нифига себе, блок здесь офигительный. Смотрите, ребят, какой здесь пистолетик с перчатками. Просто безумно круто смотрится. И нас взяли и завалили зомбаки. Окей, так, новый раунд сейчас начнется. Быстренько, ребят, новый раунд начинается. Эмочка вот такая, ребят, то есть очень годная пушки. Очень новые скины, короче, админ добавил. Очень здорово все смотрится. Так, броню закупаем, бесконечно патроны, без отдачи. Все-все-все приколюхи, которые только, возможно, мы берем с вами сразу же закупаем. Так, пушечки эти я вам уже показал. Так, СМ-29, ВСКшки. Вот такие пулеметики здесь всякие. Дженка. Это получается миниганчик. И, в принципе, Galaxy. Да, миниган последний, вот такой вот Galaxy. Кстати, смотрите, какой юз дается с Сэмочкой. Тоже довольно-таки прикольненько смотрится. Так, далее, по классам зомби у нас тыква идет, чужой, рерант, айс, фаер, пойсон, слип, флай, и, в принципе, Galaxy и телепорт. Я себе поставил телепорт, вот такой вот, прикольненький тоже. Так, лазерные мины здесь есть, интересно, личный кабинет, играть в лотерею давайте сыграем. Что здесь еще есть? Включить игровой микрофон, обмен донат рублей, выполнить квесты, то есть вот квесты, ребят, есть, то есть тоже все прикольненько сделано. Меню лазерных мин, 274 пака она выпала, зачетненько. Так, поставить лазерную мину, давайте сразу же поставим ее вот здесь. Ух ты, одну сразу же поставили сходу. Ставим вторую где-то вот здесь, ребят. Опа, сколько интересно лазерных мин здесь есть, я без понятия. Ну сейчас мы посмотрим, потестим все. То есть сервачок реально обновился, ребят, зачетненько смотрится, все the best, мне все нравится, поэтому жду вас всех, в принципе, на сервачке. Скорее всего, у нас сейчас карта меняется, потому что мы вот сейчас зависли. Пока у нас меняется карта, ребят, вы можете поставить прямо сейчас, спуститься в просто под видосик, поставить лайкосик, ребят, мне будет безумно приятно. Кто еще не подписался на канал, прямо сейчас, ребят,
ребят, подпишитесь, реально будет здорово. Так, давайте обновим, короче, поиск наш, да, вот, на ДК2 сменилась карта, заходим на нее, пока я захожу, ребят, нажмите на колокольчик также, и все будет зачетненько, the best, круто, просто, будем играть вместе с вами. Так, все, блин, какой же офигительный вот этот Warhammer, ребят, он мне безумно нравится, прям очень-очень нравится, безумно, ребят, так, у нас снайпер в первом раунде получается, я себе класс зомби, кстати говоря, не поставил, ставим сразу же класс зомби, донат меню бонусы здесь, покупка аксессуаров, супероружие, суперспособности здесь какие-то вот есть, двойной прыжок, множитель урона, тут вот такие вот приколюхи, меню прокачки, обмена рулеток, здесь вот купить VIP на карту за 50 рублей, админа на карту за 50 рублей, короче, вот, ребята, кто вникнет в эту суть, все поймет, все легко здесь и просто. Так, бронюшечку с по-новому закупаем, все приколюхи покупаем, бесконечная энергия, маски от вируса, все вот эти плюхи. И, короче, ребят, летим куда-нибудь вот сюда, в принципе. На текстурочку, да, на текстурочке поиграем здесь, позависаем немножечко, то есть все так же будет здорово. Так, все, короче, сейчас я все класс зомби поставил, дальше меню лазерных мин, но мы мины брать не будем. Хотя нет, ради прикола посмотреть, сколько лазерных мин можно ставить. 3, так, получается, я не увидел, так, упал случайно. Сколько? 3 лазерных мины, скорее всего, да, поставит. А, нет, 4. 4 лазерных мин, ребят, можно ставить, это очень здорово. Блин, посмотрите, просто, блин, админ тоже поставил, вот такое вот поле мы сделали. Очень здорово смотрится, ребят. Так, далее у нас, получается, меню привилегий идет уже, да? Вот, цены на привилегии, ребят, можете поставить на паузу, посмотреть, кого заинтересует какая-либо привилегия, зайти на сайт kslike.ru и, в принципе, приобрести какую-либо привилегию. Меню VIP, паки, броня жизни, как всегда, вот такие здесь пушечки. Ребят, покажу полный обзорчик сделаю, потому что давным-давно не показывал вам. Так, лук вот такой здесь доступен. Кстати, очень быстро стреляет. Второй режим также есть. То есть, прикольненько, прикольненько, ребят. Далее, меню суперадмина. Так, с лакшери, получается, арбалет вот такой вот, ребят, прикольненький. И лакшери ВСК, да? Или что? Я не смог взять, скорее всего, лимит. Так, менюшка создателя. Комплект, ХП, броня, старчейзер вот такой вот получается у нас со спрейками такими очень красивыми. И Танатос 7 точнее, да? Менюшка владельца, паки, броня жизни, комплекты, циклон здесь вот такой вот, пистолетик, ребят, зачетники, темный феникс, дракон, торнадо и выдача доната. Сможете выдавать здесь донат, тоже очень круто сделано. То есть вот, випку, паутинку, випку плюс паутинку, админку, то есть на карту один раз можете давать. Далее, менюшка ютубера, здесь также комплект, Gauss Galaxy, вот, кстати, пушка, скорее всего, новая, ребят, блин, жалко, она не показывается, но пушка, ребят, скорее всего, новая, и стреляют, кстати, если мы в землю стреляем, в пол, то есть она вот... прям вверх туда стрелять. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть зачетно, ребят. Пушка зачетненькая, однозначно. Так, далее, менюшка ютубера я вам показал, вроде бы. Нет, менюшка. Так, дракон, торнадо, темный феникс. Да, здесь я уже показывал все. Здесь вот этот вот, ребят, вот эта пушечка зачетненькая. АВПшка какая-то новенькая тоже, ребят. Но обновления вышли реально зачетные. И перчатка Таноса здесь, в принципе, есть. Далее у нас идет, получается, менюшка главного админа, свечение можем себе ставить, короче, красный, зеленый, любое, брать АВПшку Азимов, мощный джетпак, то есть вот такой вот у нас двойной, а нет, у нас один джетпак, ну ладно, будем на одном джетпаке летать тогда, дракон и АВПшка Азимов, вот такая вот, сразу же перезарядочка у нас организовывается, да, но мы чуть не попадаем, все, попал по зомби и завалил его по красоте, и дракон смерти, это вот такой вот дракончик, ребят, нужно будет сейчас с ним поиграть. Я куплю бесконечно патроны, телепортацию, джетпак, короче, бесконечную энергию, маску от вируса. И по факту у нас сейчас, да, вот два джетпака есть. Все зачетно, сейчас двойной урон от джетпаков, по сути, должен быть. Вот, ребят, сейчас посмотрим на урончик данной пушечки. Опа, минус 666 хп, нифига себе она мощная, ребят. Так, сдавайте, опа, 1300 хп остается у него. И мы сейчас, опа, завалим. Кстати, с двух ударов любого зомби забивает, убивает, это очень здорово. Меню, так, получается, меню сервера, здесь у нас, менюшка главного админа все показал, меню сервера, здесь у нас выдать бан, кик, слэп, слей, проиграно, то есть карту сможете менять, управление зомби-модом, сделать человеком, там, выжившим, дьяволом и так далее. И последняя менюшка, меню команды проекта, и здесь ультра-режим какой-то включить, что он нам дает, я вот
что... Макс, скорее всего, гравитацию какую-то, потому что у нас прыжок такой здоровый. А, выдавать ВСК-шку сможете, выдавать джетпак, броню, донат рубли, короче, все-все-все вот эти приколюки сможете выдавать, друзья мои. То есть, реально, это очень зачетный сервачок, мне он безумно нравится, поэтому, если у вас будет желание, ребят, серьезно говорю, заходите, будем вместе с вами играть, все ссылочки на данный сервачок будут в описании, надеюсь, у тебя, братан, не гранаты вирус, потому что будет очень обидно. Так, давайте я взлечу сюда, с джетпака выстрелю, перезарядимся по-быстренькому. А интересно, вот так будет работать или нужна перезарядка обязательно? Так, вот, допустим, мы выстрелили, да? Нет, да, всего. Короче, в любом случае перезарядочка должна быть у нас. Вот, выстреливаем, короче, и, блин, реально, зачетно, ребят. Сейчас минус 2 дадим. Вот так, минус... Красиво, ребят. Реально, с годной пушки админ добавил. Мне они очень нравятся. Вот так мощим, стреляем, выживаем. Поэтому, ребят, если хотите продолжение видосиков по этому сервачку, с вас лайкосик, подписочка на канал, нажатие на колокольчик. Напоминаю, как только это видео набирает 333 лайка, сразу же выходит новый видосик. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, нажимайте на колокольчик. Ну, а сам был РМЗ Сидела. Все ссылочки еще раз на сервачок, повторяюсь, будут в описании. Сам был РМЗ Сидела. Всем хорошего настроения, ребят. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.